Друзья, всем привет, доброе утро, вы на канале Мото Санчо. И да, что-то у синей панды с запуском не то. То ли свечи надо почистить, то ли бензина свежего залить. Ну а сейчас отправляемся на работу. Ребята, внимание на небо. Вы только гляньте, какой сегодня восхитительный рассвет. Там дальше будет еще одно место, где мы будем спускаться с горы, и думаю, будет видно еще лучше. Но зрелище фантастическое. Погода действительно поменялась, потеплело. Когда выезжал, начинал моросить мелкий дождик, сейчас вроде поутих. Вот это место, здесь дорога идет под уклон, заканчивается как раз населенный пункт. И открывается шикарная панорама на небо и склон противоположного холма. Фантастика. А по трассе сегодня все едут бодро. У меня 100 км в час на спидометре, и меня при этом обходят. А совсем недавно во время снегопада все тут еле крались. 60 км в час двигался поток. А самый шикарный вид на небо оказался рядом с моей работой. Я уже доехал, переоделся, можем полюбоваться рассветом и приниматься за работу. Вот такая Mercedes, вот такая Audi A4. Поехали в бокс. Немножко повторяется вчерашний день. Снова надо ехать в ту фирму, где я вчера брал фильтры. Что-то забирать еще. Шеф сказал, бери добло и вперед, дорогу знаешь. А если не знаешь, то знает твой навигатор. Снова город Сосновец. Какое-то любопытное здание строится по правой стороне. Стеклянное. Может быть, торговый центр, а может, что-то развлекательное. И обратите внимание, как погода поменялась. Утро было такое красивое, солнечное, ясное. А уже спустя час заволокло все тучами. Пасмурно. По левой стороне красивый костел, а здесь у нас небольшая пробка образовалась. Мусоровоз стоит на аварийках, не знаю почему стоит, может мусор вывозит, может поломался. И вот действительно, сегодня, двигаясь тем же маршрутом, до места назначения добрался гораздо быстрее. Даже с учетом подсказок навигатора, все-таки личный опыт многое значит. Уже знаешь, где какие знаки, где какие ограничения, где можно заблаговременно перестроиться. Забрал уже новый баллон, всякие коробки с расходниками и запчастями. А сейчас, возвращаясь назад, навигатор повел меня другой дорогой. Уж не знаю почему, то ли пробку объезжал, то ли еще что. И эта дорога привела нас к железнодорожному переезду. Какой-то старый промышленный район, такие мрачные дома. Так и представляется, что в них когда-то жили работники железной дороги, путейцы. Ну, вот такая промышленная застройка. Может быть, это были какие-то мастерские или цеха. Любопытный маршрут. При этом как-то круть-верти совершенно непонятным образом я оказался практически рядом с работой. Ну, только на другой стороне трассы. Дичь какая на дороге творится. Чувак на поло попытался обойти всех по встречке через двойную сплошную, подрезал вон ту газель, ну или что это, грузовик какой-то. А сейчас с психами и нервами тут
разворачивается. Пацан совсем молодой. Амбиций много. А ума пока мало. Приехал я на базу и тут же получаю интереснейшее задание. Меняем помпу на газовом баллоне на Peugeot. И тут я такой, подождите, помпу? Какую помпу? Мы до этого всегда ставили вот этот мультиклапан, да, газозаборник, газоприемник, а здесь какая-то помпа. Для наглядности покажу. Есть эта помпа, отдельно снятая с баллона. И это газовое оборудование 5-го поколения. В чем отличие, сейчас расскажу. Подразмеренный писк газоанализатора. Гоню этот Peugeot на заправку. Будем заправлять газом и проверять герметичность новоустановленной помпы. Такой непривычного формата переходник. Но принцип тот же. Затягиваем получше и вставляем пистолет. И вот сейчас, прежде чем начать качать, подождем. Пускай газ заполнит шланг подвода газа к баллону. И мы по газоанализатору уже можем судить, что все спокойно, пока утечек нет. Добавим немного газа. Буквально на 5 злотых. Смотрим. Показания по нулям. Есть какое-то шипение. Газ пошел в баллон. Утечек нет. Это делается для того, чтобы не заправить сейчас полный баллон, а потом вдруг окажется, что у нас что-то не герметично, и придется этот газ просто спускать. Ну а сейчас немного теории. Давайте пройдем к стеллажу с учебными пособиями. Чаще всего встречается газ 4-го поколения. Ну, в данный момент. 2-го поколения, например, я здесь пока не видел, не довелось с ним работать. Вот у нас стандартный тороидальный газовый баллон. У него есть отверстие под установку мультиклапана, который включает в себя топливозаборную трубку, вентиляционную трубку и поплавок указателя уровня. Есть вентиль запорный и электромагнитный клапан. Вот, в принципе, и все. От мультиклапана газ подается на редуктор. В редукторе он переходит из жидкой фракции в газообразную. И, естественно, это происходит с отбором тепла. То есть редуктор у нас бешено охлаждается. Если бы мы его не подогревали, он бы замерзал, покрывался инеем. Поэтому к нему подводится антифриз. Есть специальные трубки подвода антифриза из системы охлаждения двигателя. А уже от редуктора газ в газообразном состоянии идет дальше, на форсунки. Здесь сейчас найдем. Вот у нас форсуночки 4-го поколения, которые подают газ в газообразной фракции. Клеммы, разъемы управляющих проводов. Все это управляется мозгами впрыска газа. Ну и такая вот система. В чем главный недостаток? В наличии вот этого промежуточного редуктора, который необходимо дополнительно подогревать. Ну а также в снижении КПД за счет обеднения газа воздухом. В 5-м же поколении все немного иначе. Прямо в баллон с жидким газом у нас установлена помпа. Это по сути насос. Насос, заточенный под работу с жидкостями, только жидкость в нашем случае газ. И мы этот газ качаем по трубопроводам прямо под капот. А под капотом расположены специальные форсунки, заточенные под работу с жидким газом. Очень точные, очень калиброванные. В чем достоинство? Мы впрыскиваем жидкий газ
прямо в камеру сгорания, ну практически к впускному клапану. И за счет этого охлаждаем камеру сгорания, дополнительно охлаждаем двигатель и впускные клапана. У нас нет вот этого промежуточного редуктора, система вроде как проще, надежнее, но дороже. Сами должны понимать, что вот эта вот помпа — это 2/3 стоимости всей газовой установки. Заработал газ, зацокали тихонечко форсунки. И, кстати, вот эта система практически не просаживает мощность по сравнению с работой двигателя на бензине. Ну и, естественно, машины без проблем к нам не приезжают. Если бы все в порядке было с газом на этом Peugeot, то его бы здесь и не было. Вот у нас блок форсунок, две из них выглядят новыми, две какие-то уже подуставшие. Видимо, эти меняли. А сейчас пришла пора и эти заменить. У нас есть для теста несколько форсунок. А вот те самые трубочки, по которым подается жидкий газ. Там сечение буквально 0,2-0,3 миллиметра. А на вид такие пластиковые, вообще несерьезные. Самое главное их пометить, какая к какому цилиндру идет. А еще неплохо было бы не вырывать ее из впускного коллектора. Да? Ох, чувствую, предстоит сейчас работа. Надо будет откручивать вот это все и искать, куда она там вставлялась. А вот и первая форсуночка. Видите, сопло все заросло какой-то грязью. Все чумазое. Что же мне так везет с этими Peugeot? Здесь самый, наверное, сложный доступ к впускному коллектору. И постоянно туда надо лезть. Воздушный фильтр. Что-то мне подсказывает, что этот коллектор никто не доставал с момента установки его на заводе. Вон там, видите, ниша, в которой прячется центральная шпилька крепления коллектора. Надеюсь, видно. И вот из этой ниши я только что достал три гайки и какой-то пистон. И все это там просто валялось. Роняли и не могли достать. Приходится мне сейчас выколупывать. Я раньше не понимал вот эти шутки про дискриминацию в автосервисах, что Peugeot, Citroën и Renault не хотят брать в ремонт. А вот сегодня понимаю. Прям прекрасно понимаю. Здесь восхитительный доступ ко всему крепежу. Всего лишь два удлинителя, одна трещотка, карданчик и головка на 12. Фантастика. Ну и подъемник, конечно, вам понадобится, или яма, чтобы открутить впускной коллектор. Вот и все. Закончился рабочий день. А дождь не закончился. На улице тепло и моросит мелкий такой противный дождик. И как вы, братцы, думаете, получилось у меня достать коллектор из этого Peugeot? Конечно, нет, но я его открутил, он хотя бы шевелится. Завтра буду пытаться вытягивать или вверх, или вниз. Может быть, даже придется откручивать двигатель, но надеюсь, обойдется. Едем домой, едем пандой, снова желтой. Синяя оказалась очень холодной, я в ней утром замерз. А все дело в том, что в ней стоит газ. И вот этот самый эффект охлаждения редуктора за счет испарения газа, он и не дает охлаждающей жидкости нагреться. Ну, по крайней мере, я так понял, что это из-за этого. Вот желтая точно такая же панда греется отлично и в ней ездит тепло. А в синей, сколько ее не прогревай, она все холодная и холодная.
приехал домой, а заканчивать это видео мы будем подарками. Будем их выкладывать под елочку. Во-первых, сегодня на работе меня угостили пивом. Это подарок от какой-то конторы газовой, которая сотрудничает с нашей фирмой. Чешское пиво от какой-то маленькой частной пивоварни. Надо будет попробовать. А это посылка, которая сегодня приехала в мастерскую на работу. И адресована она Мото Санчо. Отправитель вам хорошо знаком. Отправитель Урмас из Эстонии. Так, здесь у нас письмо на польском. Если раньше Урмас переводил на русский, то сейчас Витам небольшую посылку с презентами для тебя и кого-то. Очень благодарен за помощь в моем... Дальше все перепутано, сложно переводимо. В общем, на русский, к сожалению, нету. Но Урмасу большое спасибо. Так, здесь есть календарь на 2023 год. Есть пачка кофе. Это для меня... Так, и еще одна пачка кофе и огромные, огромные просто шоколадки. Так. Во, вы только оцените размер. Они гигантские, такие XXL. Наверное, грамм по 300. Калев. Да, точно, 300 грамм шоколад с орехами. Ну и россыпью конфет всяких. О, и еще одна. Они все разные, оказывается. Супер. Урмас, большое тебе спасибо. Делаешь нашу жизнь сладкой. А вот и на русском нашлось небольшое письмо. Здравствуй, дорогой друг. Желаю тебе и твоей семье удачи, чтобы Новый год принес все самое лучшее и радость. Урмас, спасибо тебе большое взаимно. Самое лучшее пожелание тебе с наступающим Рождеством и приближающимся Новым годом. На этом на сегодня закончим. Всем спасибо, друзья, всем счастливо и всем пока!